Тал Смис 5000. Типичная проблема всех велосипедов на втулках с шариковыми подшипниками. То, что втулки были перетянуты прямо с магазина. Задняя ось не крутилась вообще. То есть она была настолько сильно зажата, что рукой было невозможно провернуть колесо. При этом как-то бедный ребенок умудрялся ездить на этом велосипеде. И в результате за лето сломал два задних переключателя, потому что очень сильно давил на педали, ничего у него не работало, колеса не крутились. И два переключателя сломалось. Поставили самый-самый-самый бюджетный переключатель, который только смогли найти. Перебрали втулки. Передняя еще походит. В принципе, она живая. Все почистили, все перебрали. А вот задняя втулка, ей хана. Там уже идут прям такие достаточно глубокие повреждения. Она теперь, по крайней мере, крутиться будет. И ребенок откатается этот сезон до конца. В следующем году надо будет менять уже колесо. Тормоза, соответственно, были не настроены. Полностью стерлись тормозные колодки, поставили новые. И как-то странно, на шатунах вторая звезда была полностью убитая. То есть как будто ее прям сваривали. Сейчас я покажу. То есть вот такой вот велосипед, то есть у него пробега-то немного, просто он немножечко валялся везде, где только можно. Переклюки у него китайские были, какие-то самые бюджетные монетки микрошифт. То есть вот такой вот стелс. Кроме красивой рамы, в принципе, с этого велосипеда взять и нечего. А вот смотрите, как выглядели шатуны. Не знаю, почему на велосипеде, у которого износ трансмиссии, износ цепи просто минимальный, вот такая вторая звезда. То есть острые зубья, зубья сточены. Видите, да? Это зубчик, который цепляет. Очень большой износ именно второй звезды. Цепь на нем проскакивала. Пришлось поменять. Все ржавенькое. В общем, сейчас все работает, но, конечно, следите за колесами, за втулками. Потому что если у вас получается так, что колесо при педалировании, конечно, крутится. А вот если вы его снимете и попробуете за ось раскрутить колесо, оно не крутится. Значит, в магазине вам велосипед собрали не совсем правильно. И у вас идет очень быстрый износ обоих втулок.